Распространение эмоциональных стрессов и вызванных ими церебровисцеральных заболеваний определило необходимость изучения нейрохимических механизмов стресса и особенно состояния гематоэнцефалического барьера как основы устойчивости физиологических функций. Моделью эмоционального стресса служила иммобилизация животных на доске. Возникающая конфликтная ситуация, крыса хочет убежать, но не может, создает эмоциональный стресс со всеми его характерными проявлениями. У ряда животных изменяется динамика артериального давления. Необходимо было установить, какова роль центральных нейрохимических процессов, прежде всего изменений катехоламинов мозга, в поддержании устойчивости артериального давления при эмоциональном стрессе. С этой целью высокочувствительными методами радиоферментным и жидкостной хроматографии определяли уровень катехоламинов в отдельных ядрах мозга, в том числе в основной норадреналин, синтезирующий в структуре мозга синем пятне, и сопоставляли с динамикой артериального давления. Была выявлена взаимосвязь динамики артериального давления и уровней катехоламинов в синем пятне. У одной группы животных в процессе шестичасовой иммобилизации давление поднималось. Это уровень норадреналина в норме. После иммобилизации он значительно повысился. Это уровень дофамина в норме. Он также повысился. У другой группы крыс давление к концу иммобилизации снизилось, уровни катехоламинов повысились. У третьей группы животных давление практически не изменялось. Оказалось, что и уровни катехоламинов не изменялись. Таким образом, нарушение динамики артериального давления в условиях стресса сопоставимо с изменениями уровня катехоламинов в синем пятне. Синее пятно отличается широчайшими внутримозговыми связями и является центральным компонентом функциональных систем гомеостаза. Оно регулирует функции гематоэнцефалического барьера. У животных имеются участки мозга с повышенной проницаемостью гематоэнцефалического барьера. После иммобилизации проницаемость увеличивается. У животных, предрасположенных к нарушениям артериального давления в ретикулярной формации среднего мозга, была обнаружена деструкция сосудов, их разрывы. С использованием разных морфологических методов были получены картины этих повреждений. Разрыв артериолы. Плазма крови окрашена красным вне сосуда, в паренхиме мозга. Поврежденная отечная венула, разрыв стенки. Эритроциты в виде монетных столбиков в середине сосуда. Резко суженный капилляр. Эритроциты, окрашены красным, приняли сигарообразную форму. Стенка сосудов проницаема. Плазма крови проникает в паренхиму мозга. В паренхиму мозга проникли и эритроциты. Электронно-микроскопически можно видеть слущивание клеток эндотелия. Ультраструктуры клеток эндотелия выброшены в просвет сосуда. Повреждаются и другие структуры. Видна дегенерация миелиновых волокон. Погибает и часть нервных клеток. В центре клетка-тень, необратимо измененный нейрон. Чем может быть вызвана особая повреждаемость сосудов ретикулярной формации среднего мозга при эмоциональном стрессе? Были изучены особенности энергетического метаболизма этого отдела. Оценивали активность ключевого фермента углеводного обмена лактат-дегидрогеназы методом электрофореза на приборе мультифор. Был обнаружен относительно высокий уровень гликолитического пути распада углеводов и относительно низкий окислительного фосфорилирования как в контроле, так и особенно при стрессе.
Таким образом, была выявлена определенная метаболическая задолженность ретикулярной формации среднего мозга. Чтобы выявить роль синего пятна в поддержании целостности сосудов, вводили внутрибрюшинно специфический блокатор синего пятна DSP4, а также электролитически разрушали это ядро мозга. Обнаружены резкие повреждения стенки сосудов, главным образом в новой коре, гипоталамусе, в ретикулярной формации ствола мозга. Иммобилизационный стресс усугублял повреждения. При электронной микроскопии были выявлены повреждения люминальной и базальной мембран эндотелия сосудов. Известно, что одной из функций орального отдела ретикулярной формации среднего мозга является адаптивная реакция, так называемый старт-рефлекс, то есть немедленная мобилизация при изменении обстановки. В нашем эксперименте использовали реакцию животного на резкий звук. Разрушим синее пятно методом коагуляции. Старт-рефлекс заметно ослабевает. Таким образом, дефицит адекватного воздействия синего пятна приводит не только к морфологическим, но и к функциональным изменениям. Влияет ли эмоциональный стресс на эффект действия биологически активных веществ? Для выяснения этого использовали ангиотензин-2. Его вводили через вживленную канюлю в боковой желудочек мозга. Центральное введение ангиотензина-2 контрольным животным вызывает питьевое поведение, перемежающееся другими формами деятельности. Другую группу крыс подвергали эмоциональному стрессу. После этого вводили ангиотензин-2. Питьевая реакция активизируется. Крыса, не отрываясь, пьет воду. Непитьевые формы поведения отсутствуют. Рядом крыса, не подвергшаяся стрессированию. Следовательно, эмоциональный стресс изменяет чувствительность нейронов к биологически активным веществам, в основе чего лежат структурные и нейрохимические изменения гематоэнцефалического барьера. Вот, например, поврежденный артериоло-венулярный анастомоз, эритроциты в перивоскулярном пространстве. Виден диабетез эритроцитов из артериолы. Повреждаются и нейроны мозга. Это паравентрикулярное ядро гипоталамуса в контроле. После введения ангиотензина-2 ядрышко интенсивней окрашено, в цитоплазме перинуклеарный тигролиз. Наибольшие изменения после введения пептида предварительно стрессированным животным. Ядро фасетчатой формы, вещество Нисля размыто, ядро и цитоплазма темно окрашены. Данные об изменении действия пептида на фоне стресса необходимо учитывать и в практической медицине. Таким образом, эмоциональный стресс приводит к повреждению гематоэнцефалического барьера и, как следствие, к функциональным и поведенческим расстройствам.